Хей, гайс, с вами Шмики, мы продолжаем пройдить игру по названию Dark Souls 2. Короче, если там босс, скорее всего, дракон, да, если вдруг это дракон, то я подготовился. Я, короче, взял смолы. Я понимаю, что он ядовитый, поэтому нужно было что-то взять против яда, наверное. Хотя, ладно, думаю, разберемся. Ну, надо мусор точно позакидывать еще. Так, пускай, пускай. А, точно, вещи. Доспехи крови дракона. Черный доспех рыцаря крови дракона, пришедший из давних забытых земель. Во время осады вечного святилища рыцарей, поклонившихся крови дракона, возглавлял сир Йорк. Они превратили в святилище, когда проснулись дремлющим дракон. Красная тряпица, повязанная поверх черный доспех, олицетворяет крови дракона. Бац. Так, ненужные кольца есть здесь у нас. Тьма, гром. Нагрузку уберу. Ну, можно будет проверить, если я сдохну, типа. Королевские врата мне не нужны. Так, ну, в принципе, я готов. Призываем. Но я даже не знаю, стоит ли пока что это кольцо одеть мне. Ну что, народ, погнали. Одолеем его. Либо вас одолеют сразу. Одно из двух. Да, это арена. Вперед, народ. Пойдемте. В атаку. Окей, бить его будем долго. О, молодец, она... Не дает умереть моим? Блин, ну я слишком медленно... Бегаю медленно. Thank you.
я пытаюсь играть осторожно. Воу-воу-воу-воу-воу! Что новенькое? Воздушный шар? Я что, вернулся? Ладно, ну почти убили его. Мы могли бы его убить. Почему он переключился на меня, блядь? Давайте как раз колечко посмотрим. Если оно будет работать... Это чё? Кольцо Йорга? Кольцо Йорга, кольцо серой Йорга, которое... вторгался в Шульву. В поисках крови дракона может отражать заклинание. Найдя Сина, дремлющего дракона, сир Йорка опустил ему кровь быстрым ударом стали. Но дракон выдохнул ядовитый туман, скопировавшись внутри его, и отрава окутала весь город. Ясненько. Так, но мне не это интересует. Стоп, я его во все кольца положил? Не-не-не-не. Ага, хер там. Просто облик. Просто облик. Да чё я хочу куда-то отправиться? Так, вещи, ладно. Это сюда. Надо подготовиться немножко. Добавляет ячейка для дополнительного. Наносит урон, ответный удар. Давайте попробуем. У меня есть 62 попытки. Ну, смола отравления, я думаю, бесполезна. Давайте смолу магии. Прикольно. Сразу видно урон магии.
Давай, давайте, быстрее, народ. Давай ему пополняшку. Ладно, плевать. Главное, пополнять все ХП. Давайте, 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 мы сможем. Главное контролировать. Чего? Он мне оружие сломал? Живем, народ, живем. Давайте, давайте, давайте. Ладно, что... Ладно, нормально. Давай, осталось немного. Один удар. Блин, ну какого черта крыло ебал? Давай добей его уже! Хорош!
Небольшая сина дремлющего дракона. Манать! Душа Эланы, скверная королева. Душа Эланы, скверная королева, которая отдыхает рядом с дремлющим драконом в вечном святилище. Это дитя тьмы сопровождает дракона, наклоняет души в ожидании отмщения. Чудотворные души этой пророчицы гнева можно использовать для получения множества душ или для создания невероятно ценного предмета. Душа Сина, дремлющего дракона. Душа дракона Сина, спящего в глубинах земли. Король бы возвал чудесный город Сон. Дракона был крепок до того момента, когда сир Йорк пробудил его единственным ударом. И дракон более не смог удержаться в себе спокойствия. Скопившийся яд. Смерть окутала город. Но чистота дракона при этом была восстановлена. Чудодействие души дракона можно использовать для получения множества душ. Ладно. Что это за хрень? Корона толстого короля. Че? Затухшее пламя терпеливо ожидает. Корона топлого короля. Корона топлого короля, никогда привевшего в этих краях. Король выстроил вечное святилище под землей, чтобы поклоняться великому дракону. Но бастион обрушился вскоре после его пробуждения. То было давно, и сегодня никто не помнит даже имени короля. Че, и все это все дался? Лол. Это сколько у нас? На серии 3 вышло, получается? Ладно, давайте я сейчас кое-что гляну и... Мне интересно, это все боссы? Только два босса? Как-то слабо верится. А если да, то... Ну ладно. Ну заметьте, мы уже начали использовать мази эти сраные. Эти мази. Ну шо, тогда ждите, пока я пойму, что дальше делать. Так, будем, короче, включать эти херовины. Понятненько. Хера их там. Теперь я все понял. Давайте немного поизучаем. Вейт. То есть это все опускается? Ха. Вот оно что. Ну ладненько. О, не, показалось. Давай шустрее. Ладно, давайте, когда к ключам буду подходить, тогда запускаться буду. Next кнопочка. А я это что, не забирал? А, точно, самоцветы жизни. Ну, зато здесь понятно, что мне сделать нужно.
Кольцо тьмы третьего. Нихера себе. Хех. No bad, no bad. Так, стоп. Это я где? Не помню, ладно. Так, а там я не поднимусь, да? Длинный лук. Неплохо. Лук — это неплохо. Сука. А, то есть теперь ты, да, по мне попадаешь. Фух, я думал, я его убил. Я 4 раза попал. То, что плохо, вот это, что эти херни очень быстро разрушают мне броню. Они очень-очень быстро разрушают мне броню, вам скажу даже так. Теперь я понял, как нужно было сюда попадать. Эх, ну откуда мне, ну, мог, откуда я мог знать? А? Так, тут еще кнопочка. Ладно. Хорош, я тоже пить могу. Ой-ой-ой, сейчас меня спину ёбнут. Так, ну, давай, давай. Бум. Плевать. Бяу. Бам. Бям.
Бим. Бау! Херово так. На самом деле лучше сделаю себе здесь арену, если враги будут жесткие. Где-то выше. Найдут коконы. Так, от касания, ну, не ломается, хорошо. Грипп. Все ради гриба. Серьезно? А, я бы просто назад, да? Не смог бы вернуться. Ну тогда ладно. А, точно, еще за вот это фрил надо, что надо сейчас забрать тогда. Самое опасное — это прыгнуть так, чтобы не сдохнуть. Найс. Опа! Паркур. Паркур. Там еще тоже три... До хера, короче, кнопок. Что, готовы узнать, что это за кнопочка? Ясно. Бля, ладно, сейчас я его убью. Прикиньте, в них, оказывается, и стрелять можно. Ха. Ой. Неожиданно. А, вон нахера мне наверх нужно было. И слушайте, херня в том, что я теперь их... Я не могу быстро убить его. А, ясно. Мне туда интересно попасть. А ведь туда попасть можно как-то. Ха. Интересненько. А, давайте сейчас здесь посмотрим, что у нас. Костерчик, здравствуй. Так, давайте дальше смотреть. Как я вообще могу туда попасть? Через этот мост верхний, но как мне от него попасть? И есть ли там вообще проход на самом-то деле?
это фиг его знает на самом деле. Ладно, давайте я вниз сейчас спрыгну. Бац. И бац. Так, а теперь мы пойдем по мосту. Ого. Вам плевать мне, я ищу дальше место, куда мне можно пойти. Короче, я так посмотрел, здесь еще у нас есть лифт, который я не активировал, но я не знаю, где кнопка активации. Сейчас будем искать ее. Слушайте, у нас же еще вот это есть место. Ключ от вечного святилища использовал. Ладно, сейчас, короче, та повыпуливает в меня сфера. Так, это не мимик. Не мимик. Не мимик. Не мимик. И не мимик. Все, можно открывать. Сушеный корень. Сушеный корень. Сушеный корень. Кольцо власти над молнией. И уголь вражды. Нихера у меня кар этих уже сушеных вещей. Так, подожди, что мне дали? Я уже забыла, что мне кольцо дали. Во! Кольцо власти над молнией. Кольцо в виде руки, схваченный камень, усиливает атаку молнии, но ослабляет физическую защиту. Никто не знает, откуда взялось это кольцо, но можно догадаться, что оно было посвящено одному из темных богов. Чтобы успешно использовать кольцо, нужно обладать особым умением. А заметьте, что это кольцо было из в первой части. Ну, эти тоже квадратные, тоже были в первой части. Ну, ладно. Слышу жуков. Очень много жуков. Ой, блин! Ой, блин! Ну ладно, хотя бы... Херня кошка у меня была. Сейчас он прекратит вонять. Я надеюсь. Он прекратил вонять. Я могу подниматься. Опа, вижу костер. Здрасте. Ясно, до свидания. Давайте его забайтим, я просто к костру пойду, а? Давай, чел, идешь? Ясно.
Так, дуй сюда. Хорош, до свидас. До свидания, дурачок. Ха-ха. А я сейчас костеров использую. Бля, он меня может догнать еще. И фиг я кольцо использую. Ну, хотя, если успею, то я его использую. Костерчик мой. Ну чё, давай, приятель, теперь сразимся. Костер я... Легко. Так, давайте наверх. Костер мы использовали на всякий случай. Поэтому полетели наверх. Посмотрим, что... У меня 54. Да ладно, посрать на эти души. Не так уж они и важны. Мимик. Не мимик. Щит святилища. Необычный щит из сокровищницы топлого короля. Соединен древесины, загадочное дерево и колокольного железа позволяет этому щиту служить катализатором чудес и волшебства. Чудеса и волшебства священного города сгинули, но их силе можно судить по качеству сохранившихся доспехов и щитов. Ясненько. Хех. Ну блин, мне еще наверх туда есть куда пройти. Почему бы и не попробовать? Вдруг пригодится когда-то. Пойдемте дальше. Полетели, посмотрим, что тут здесь, и будем, в принципе, заканчивать. А-а-а. Ну, к боссу, ладно, я не готов. Давайте уже тогда, думаю, в следующей серии зачистим до конца это место и отправимся в следующий DLC. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!